Тушко, мне лично, конечно, Александр Лукич, я много лет занимаюсь изучением его жизни, творчества, был хорошо знаком с его уже покойной дочерью, с членами его семьи, поэтому это вот мое личное сердечное увлечение. Ну, совершенно никак не ущемляет всех остальных режиссеров, но вот так вот получилось. Так, еще какие-то вопросы есть, уважаемые посетители «Библионочи»? Я вам всем пожелаю приятного времяпрепровождения, не только в библиотеке Белинского. Спасибо.